Вернувшись из отпуска, воронежская мужская команда по гандболу «Энергия» начала готовиться к новому игровому сезону, который стартует в сентябре. Первые тренировки по традиции начались в спортивном комплексе «Энергия». Состав команды кардинально изменился после завершения сезона 2012-2013 годов. Сейчас команда идет в поисках новых игроков. Где-то есть предложения из других клубов у нас. Вот. Ну, сейчас будем рассматривать это, пока у нас вот время до сентября, у нас есть время. Далее «Энергия» поедет в один из летних лагерей Воронежской области, чтобы продолжить физическую подготовку к предстоящему чемпионату России. Так что сейчас нам 2 месяца на подготовительные сборы. Будем работать, сыгрываться. Думаю, может быть, что-нибудь получится в этом году. Занять получше место, чем в прошлом. Напомним, предыдущий сезон воронежские гандболисты завершили, занимая 11-ю строчку турнирной таблицы Суперлиги чемпионата России среди остальных 12 команд. Далее, после ежедневных многочасовых тренировок, будет прорабатываться тактическая игра, подготавливаться схема нападения и защиты. В августе пройдет несколько дружеских матчей.